Приветствуем всех! Сегодня понедельник, а значит вас ждет свежайший выпуск 3D News Daily с подборкой самых интересных высокотехнологичных новостей. С сегодняшнего дня начинаются продажи нового гуглофона Nexus 5. При создании аппаратов Nexus Google старалась сделать самый удобный, высокотехнологичный и просто самый лучший Android-смартфон по доступной цене, на который всему миру придется ориентироваться весь следующий год, до выхода шестого Nexus. Не привязанный никаким оператором аппарат можно купить в магазине Google Play по цене в $349 за версию с 16 гигабайтами памяти или $399 за 32-гигабайтную. В любом случае, пользователи получат 5-дюймовый устройство с экраном Full HD, 4-ядерным процессором Snapdragon 800, поддержкой беспроводной зарядки и сети 4-го поколения, ну и, конечно же, под управлением новейшей операционной системы Android 4.4 KitKat. Кстати, о долгожданной операционной системе. KitKat привнесет действительно серьезные изменения в систему Android. Главное изменение — KitKat серьезно оптимизирована и рассчитана на слабое железо различной носимой электроники вроде умных часов. Другим заметным нововведением стало изменение дизайна. Отныне статусы и напоминания не будут беспокоить вас в полноэкранных приложениях. Обновился шрифт робота, ну и в целом дизайн стал чище и легче. Конечно, изменения не столько кардинальные, как в недавней iOS 7. KitKat все еще похожа на прошлый Jelly Bean, но в целом изменения заметны невооруженным глазом. Голосовой поиск стал работать быстрее и выдавать более точные результаты. Google Now отныне еще умнее, а Hangouts и SMS слились в единую одну систему. Компания Sony опубликовала данные за второй квартал финансового года. Благодаря хорошей прибыли подразделения смартфонов и слабой иене удалось частично компенсировать неважную статистику развлекательного подразделения компании. Прибыль с продаж мобильных аппаратов увеличилась на 39%, но Sony все равно понесла убытки в размере почти $200 миллионов. И, видимо, чтобы умилостивить каких-то японских богов, компания Sony решила выпустить рекламный ролик, в котором с вулкана в Коста-Рике в небо запускается 8 миллионов цветочных лепестков. Каждый лепесток должен символизировать пиксель новейших телевизоров Bravia сверхвысокой четкости 4K, что в 4 раза больше пресловутого Full HD. Что удивительно, при съемке ролика Sony решила обойтись без компьютерных технологий. На сегодня все. За подробностями заходите на 3dnews.ru. И не забывайте про свежий дейли уже завтра.